Расскажите, пожалуйста, о безопасности криптовалюты, насколько важно с данным проекте. Да, безопасность очень большая роль, потому что, как я и говорил, есть рейдерские захваты криптовалют даже, то есть можно захватить криптовалюты, называется это в крипто, забыл как называется слово, да, ну, к примеру, вот в эфириуме такое было, в биткоинах, биткоин кэш, это, грубо говоря, часть биткоинов, которые перевели в биткоин кэш, теперь сказали, теперь это наше, грубо говоря, да. Поэтому над этим делом мы работаем очень серьезно, чтобы таких моментов не было. Но за счет, как бы уверяет та компания, за счет системы голосования, дорогие друзья, это вообще мы исключим эту вещь. Почему это происходит? Потому что система голосования. Если мы сделаем систему голосования не по количеству токенов-удержателей, а по голосу, например, у одного там миллиард токенов, к примеру, да, а у одного один токен, а голос они имеют одинаковый, вот тогда это будет исключено. Вот эти все вопросы, связанные с безопасностью.